На минувшей неделе на территории джума-мечети имени Саида Афанди в городе Каспийск был организован ифтар. Началось разговение с торжественной речи председателя совета имамов Мурада Исмаилова, который поздравил всех присутствующих с наступлением священного месяца Рамадан и рассказал об особой ценности и важности этого периода для совершения богоугодных дел. За каждый пост, если человек помогает посвящающимся отпустить уразу, за их пост тоже, уважаемые братья, этому человеку Аллах Аззаваджалля приписывает вознаграждение. Такое же вознаграждение, допустим, все наши братья, которые здесь отпустили уразу, если Абдул-Вахид Джаватович на себя брал сегодняшний ифтар, все уразу, за их пост тоже ему будет вознаграждение. И всем нам тоже. Да, Аллах? Чтобы принял Всевышний все наши благие дела. В мероприятии приняли участие полпред муфтията Республики Дагестан, председатель совета имамов города Каспийск Мурад Исмаилов и руководитель благотворительного фонда «Инсан Ансар Курбанов». А также стоит отметить, что организатором данного ифтара является председатель собрания депутатов города Каспийска Абдул-Вахид Джаватов. Приятно видеть вас, друг молодежи, на данном ифтаре. И так как сам посвятил долгие годы свои посещению дела воспитания молодежи, пусть выше примет все ваши посты и ваши намерения, которые вы направили на дальнейшее держание уразу в этом месяце. И вас, дай Аллах, вам здоровья крепкого, благополучия и удачи в жизни. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканала «Среда».